объясню. Наступила перестройка. Мои многие партнеры разъехались по заграницам, уехали. Кто-то там, там с Киева, евреи ребята были. Очень многие уехали жить сразу, эмигрировали. У меня такие богатых как бы партнеров не стало. Ну, стало меньше, играть не с кем было. То есть мой бизнес, то, чем я занимался, картежной игрой, как бы стал гаснуть. И время такое было. Футбол был уже неинтересный в то время, он тоже в упадке был. Все было в упадке. Все занимались кооперативами какими-то. Я пытался, но я ничего не понимал, что такое там бартеры, шмартеры, еще что-то такое говорили. Я этого не понимал всего. Ну, у меня был друг Бабек Сирош, такой бизнесмен крупный. А он жил в Германии. И он мне говорит: «Аленька, поехали, отдохнешь в Германию». Я поехал отдыхать в Германию и так остался там. То есть я не эмигрировал, а просто поехал, остался учиться бизнесу. И через полгода где-то я уже занимался бизнесом там. И сегодня я думаю, что я умею заниматься бизнесом. Каким бизнесом вы начали в Германии заниматься? В Германии я начал заниматься торговлей после распада Советского Союза, это в 90-х годах. В советскую армию, то есть нужно было поставлять какие-то товары. Я поставлял товары в советскую армию на территории в Германии, на территории советской армии поставлял товары. Западной группы войск, да. И этот бизнес пошел, да? Этот бизнес пошел нормально, мы привозили, там нам что просили нас, то мы привозили там. Сколько лет вы прожили в Германии? 3,5 года. Я прожил 3,5 года в Германии. И почему вдруг вы переехали в Париж? Ну, бизнес закончился в Германии, это тоже бизнес закончился, вот этот, Потом что, ну, мне в Германии как-то стало скучно жить, уже денежки появились, такие, которые я заработал на Западе, вот. Как бы на Западе, да, но на самом деле я заработал их на территории России, вот. Ну, поехал, купил квартиру в Париже, хотел жить в хорошем городе. Там веселее, там другие русские, вот, другая эмиграция, все-таки более интеллигентная, более такая. В Париже где поселились? В Париже вперед жил.